Так, берем наши брусочки. Размельчаем их туда пополам и переломаем. Кадр не удался. Костюм. Блин, ноготь. Всем привет! Сегодня у нас будет видео такое из разряда кухня, рыбацкая кухня или не рыбацкая, не столь важно. Пока канал авторский, никто мне не задает, что снимать. Буду снимать то, что интересно мне, моим друзьям. Есть вот такой вот у меня электрошашлычница, которую я делал сам. Есть у нас видео на канале, как все это работает, как все это крутится. Вот. Решил я сегодня этот моторчик для электрошашлычницы применить к грилю. Нашел вот такой вот гриль от какой-то духовки, микроволновки. Ну, можно самому изготовить. Сейчас мы это все дело соединим с моторчиком и попробуем на гриле приготовить курицу на углях. Что из этого получится, смотрите. А пока я все это буду делать, вы посмотрите сюжет про коптильню. Так, народ, все мы знаем, что продается такая щепа для копчения. Не скажу, что она плохая, но непонятно, с чего она сделана. Вот. Решил сам наделать щепу. Спилили мы по осени еще вишню. Где самокат? Вот у нас вишня. Закрепил я пилу. И сейчас мы будем напиливать маленькие брусочки. Пилили мы вот такие пенечки, которые в принципе легко ломаются и вполне могут заменить щепу для копчения, то и даже и лучше будет. Подойдет любое фруктовое дерево, ну, в моем случае вишня, яблоня там. Остается привычная для нас щепа, такая она достаточно мелкая. Итак, берем коптильню, берем наши брусочки, можно чуть-чуть поломать. В принципе, можно так ложить. Костер у нас уже горит. Кот уже ест рыбу. Собаку желает на кота. Ставим наш поддон для жира, ставим решеточку, укладываем рыбу. Сегодня мне помогает ассистент. Но старается решеточку. Итак, ставим нашу коптильню на огонь и накрываем крышкой. 25 минут, мы к ней не подходим. Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот такие у нас окуня. Снимаем нашу коптильню. Так, жира.
пенечки превратились в уголечки. Все, в принципе, нормально коптится. Итак, вот такой у нас получился копченый окунь, целый поднос. Сейчас сами съедим, соседям дадим. Сейчас еще. Так, народ, что у нас получилось? Взял я кусок алюминиевой трубки, у меня был. Засунул туда эту штукенцию, тут вот так вот замял молотком. С этой стороны трубку разрезал, одел на моторчик и стянул таким вот хомутом. Все, вот так у нас получилось. Все быстро, элементарно. Все дело крутится. Сейчас пойду придумывать, как закрепить на мангал. Так, на мангале сделали вот такой вот прорез. Потом взяли пластину, сделали такие две насечки. Эти насечки вставляться. Два пропила здесь и здесь. Все это дело у нас вот так вот ложится, а? И будет в этой штуке вращаться. Если эта часть получилась выше, поэтому мы сейчас сделаем пропил еще здесь, чтобы наша пластина туда поглубже влезла. Ставили мы и сам наш мангал. Пластинка встала плотно. Вот, теперь она на одном уровне осталась. Как и в случае с электрошашлычницей. Сюда сейчас поставим болт, чтобы в него упирался моторчик. И, соответственно, не прокручивался моторчик, а крутилось то, что мы тут будем готовить. Крутили такой ограничитель. Все дело на скорую руку. Главное, чтобы все работало. Дело крутится. И все дело вот так вот снимается. Вот так вот ставится обратно. Все быстро. Ну, кстати, можно так и шашлыки жарить. На длинных таких шампурах. Ну что, пойдем мариновать курицу. И сейчас посмотрим, что это получится уже на огне. Итак, вот такие у нас две курицы. Небольшие. Берем одну курицу. И насаживаем ее. Вертель более-менее равномерно насадили. Ну, как пошла зажарка. Так, надо крылья. Думаю, сейчас зубочисточками мы их скрепим. Обычные зубочистки. Воткнул их, а то она крыльями машет. И отправляем обратно на огонь. Добавляем газа. Первую почти съели. Пошла вторая. Вторую я уже все плотненько закрепил, чтобы ничего не болталось. Крылья, ноги. Так что жарится вторая курица. Thank you.
Я такая у нас курочка получилась. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. Мяу. Пока. Пока. Давайте. Всем всем удачи. Всем пока. Всем пока. Мы будем есть шашлыки и устраивать. И устраивать. Праздник сегодня.